Дорогие друзья, всем привет! Это воскресная фишка, рубрика, в которой мы с вами учимся собирать кубик Рубика чуть-чуть быстрее. Сегодня снова поговорим про F2L алгоритмы, которые позволяют скипануть OLL. Алгоритм сегодня не такой простой, но его можно использовать и в сборке на количество ходов, да и я думаю, что само ощущение от того, что ты можешь скипануть OLL с помощью F2L алгоритма, уже говорит о многом. Поэтому, несмотря на его сложность, применяйте. Абсолютно очевидная трехходовка, но посмотрите, все остальные элементы желтого цвета. Это значит, что эту трехходовку мы можем решить с выходом на OLL skip. Для этого мы делаем U2 и установочные ходы R'D. Теперь жирно включаем свет, два раза крутим крышу, жирно выключаем свет и отменяем наши установочные ходы. Вот и все. Не так уж и сложно. Давайте еще раз смоделируем. R', D'. Жирно включаем, крыша два раза. Жирно выключаем, DR. И вот она наша трехходовочка. И все остальные элементы желтые. Еще раз. U2, R', D'. RW-U2, RW-штрих и отменяем D-штрих, R-штрих. Вот вам и пара на месте, и OLL также собран. Друзья, достаточно спорно, то стоит ли применять этот алгоритм в скоростной сборке или не стоит. Но если вы не попробуете, вы никогда не узнаете, как быстрее. Попробуйте сделать трехходовку, а потом глазки. Или вот таким способом этот алгоритм. И вы сразу поймете, к чему у вас лежит душа и что у вас получается лучше. Выбирайте те алгоритмы, которые подходят под стиль вашего кручения, под ваши руки. Желаю вам удачи и прощаюсь с вами. До новых встреч на моем канале.